Теперь поговорим о степени мягкости украинского языка. Как известно, русский язык очень мягкий. Например, слово «телефон». Что значит мягкость? Это значит, когда передняя часть языка, как мы уже разобрали ранее, приближается к небу. Чем больше эта площадь приближения, тем звучит мягче. Телефон. Например, еще слово бегемот. Передняя часть языка приближается к небу. Телефон. Бегемот. Но в тувинском языке вот этого нет. Все передние гласные и, э, ю, э смягчают, но не до такой степени. Если в русском языке смягчение вот на этом уровне, то в тувинском лишь половина от уровня смягчения русского языка. Произнесем слово «телефон» на тувинский лад. Будет «телефон», «телефон», «телефон». Не слишком твердое «т» тоже, а чуть-чуть смягченное «т». «Телефон», «телефон», «телефон». Вот. «Бегемот», «бегемот». Следующий пример, например, слово «левый». В русском языке произносится гораздо мягче «левый», а в тувинском будет «левый», «левый». Не «эль», а «л», «левый», «левый». Вот. И следует запомнить, что передние гласные не смягчают согласные, как в русском языке. Язык сам по себе тувинский не слишком мягкий, он грубый, твердый. Вот.